пятый стих. «На себе самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Я считаю один стих, а положено считать на литургии сегодня 10 стихов. И вот сколько скрыто в одном стихе. И раскрывается все тогда, когда мы услышим, как говорит Иоанн Златоуст, чтобы мы все усваивали. Это сказано ко мне, лично ко мне. Сегодня Павел написал письмо, и я его получил. И вот теперь в этом уже свете, с сегодняшнего дня, мы начнем смотреть. На сие самое создал нас Бог. Ну что Бог создал? Ведь это многие признают сегодня люди. Буддисты, магометане, другие религии, язычники. У всех какое-то понятие есть, что, ну нет, обезьяны же, это уже совсем глупость. А на что именно-то создал? С какой целью? Ну, чтобы жили, плодились, ели, пили и умирали, убирали. Ведь если из космоса кто-то на нас бы посмотрел, что делается на Земле? Ну, как рождается, это не видно. Все тайно, закрыто. Едят, как больше не видно. А вот как умирает, видно. Все родственники, знакомые, телеграммы дадут. Все приезжают, и все под открытым небом едут за горы, чтобы, а то среди домов-то не видно. И вот копают ямы и зарывают. И по всему миру копают и зарывают, копают. Это все открыто уже. Это не под крышей делается. Зачинается человек тайно, умирает тайно, а хоронят открыто. Так а для этого Бог и создал. Ведь это уже финал. Смысл-то тот жизни, чтобы мы узнали этот смысл. Вот в этом весь смысл есть. Пушкин говорит, что я живу для того, чтобы жить. Ну, умно ответил. Я ем для того, чтобы есть. И так повторяет, и да ведь ничего глупее-то нельзя сказать. Он сам не знал. А ответ-то на это есть. На сие самое он создал, и вот это самое, для чего создал, эту роль мы можем выполнить тогда, когда у нас будет Дух Святой. Слышите, и запятая дал Духа Святого. Я все удивляюсь, Серафим Саровский этот, Прохор, как ему это все пришло? Ведь до него сколько было, ходили люди, какой угодно, получить жизнь вечную, ответы все правильные. Но это сразу вопрос, а как ее получить-то, как дойти-то туда? Дальше, ну для того, чтобы уподобиться Христу, ну а как, силы-то нету, все в Духе Святом. Дал залог Духа, он говорит, стяжание Духа Святого, когда в смысл-то дойдешь, ответ-то очень простой. Задача та, чтобы не огорчать Бога, потому что с врагами Бог дела не имеет, а дар Духа Святого дает друзьям. Вот поэтому нужна святая жизнь, забота о своей душе и о ближнем. Все время надо думать, а что Богу угодно? Как бы его не огорчить? Ну, любовь знает как. Что не нравится, он не будет человеку этого говорить. Вот за Богом тоже недостатки находят. И подходили, подсматривали. И даже за Богом Отцом и Иеговой много недостатков люди нашли. Неправильное устройство глаза, неправильное устройство человека, войны, гибель детей, там, особенно за стариков, им так давно уже пора помереть. И это все Бог виноват. Голод, цунами смыло, смотри, сколько смыло, но не говорят, что развратников. Это 99% садомиты были. Это Бог так сделал. И на Америку обрушилась какая-то там Катерина. Она не зря потрепала. Потому что там тоже бесовщина была и готовился как раз марш сатанистов в этом городе. Сегодня все открывают журналы церковные. Мало того, об этом патриарх Алексей сказал. А у него сведения, я думаю, что точные. Вот посмотрим, для чего нас Бог создал. И когда выйдем отсюда, будем припевать, а меня для этого вот Бог создал. Псалмопевец Давид. 99-й псалом, 3 стих. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, мы овцы паствы Его». Значит, нужно признать, что я овечка, и не сама по себе, куда вздумаю, где корм нравится. Ну, где-то прибыль, я туда влезу, войду в пасть какой-то, о-о, и буду всю жизнь кричать от ужаса. А уж какие они там деньги-то сегодня-то, по-настоящему, по-правильному-то, кто сегодня зарабатывает? Трудно деньги заработать на стройке, трудно на поле, почти невозможно. А это прям деньги миллиардеры делаются. Да ты не овца уже, потому что ты уже волк, да еще может зверь рогатый, который из моря выскочил. Значит, мы дети его, мы овцы его, а он пастырь.
сразу голову наклони. Малахия 2.10. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Ну, меня, миллиардера, одинаково сотворил. Согласны. Почему же мы вероломно поступаем друг против друга? Тогда ответ, если мы одинаковые овцы, один отец. А почему такая несправедливость-то? Почему такое неравноправие? Павел говорит, что была равномерность. У тебя много, пожертвуй, у кого мало. Потом у тебя будет мало, а у этих никогда мало не будет. Он на миллиард лет вперед уже нахватал. И все, куда-то идут за границу. Но смерть и там найдет, в любых апартаментах. Значит, для, вам, для чего сотворено? Для Бога. И можем мы это познать через Дух Святой. Дух Святой откроет, будешь понимать. Мы для того сотворены, чтобы понять, что мы все дети одного Отца. И это можно понять через Духа Святого. Это два места мы нашли. Еще читаем. Евангелие от Луки 3.8. Иоанн Креститель говорит, сотворите же достойный плод покаяния. И дальше люди спрашивают, а что мне делать? Он две рубашки, одну отдай. Вот ты на должности находишься, милиционер, на воинской службе, работаешь в силовых структурах, лишнего не требуй, довольствуйся жалованием, он солдатам говорит, все распределил, покайтесь, вчерашний уже не вернешь, покайтесь. И дальше творите, и тогда будете чадами Отца Небесного, и творите и злым, и добрым людям. Говорите добрые слова, сейте разумные, добрые и вечные. Деяния 17.27. Бог для того нас, говорит, сотворил, и для того долго так терпел, хотя мы за собой знаем много раз, ему пора было с нами уже рассчитаться, чтобы мы, люди, искали Бога, и не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Чтобы в это поверить, Дух Святой должен тронуть душу и открыть какую-то заслонку в мозгах. Я во всем должен видеть любящую руку моего Создателя. Он для того сотворил, и чтобы я постоянно его искал в событиях, в счастье и несчастье, что совершается в мире, во всем этом ИНН, в мусульманстве, в буддизме, в сектах, какие здесь, во всем промысел Божий. Вот захватили Израиль землю, а Господь сказал, истребите. Не истребили, вошли с ними в сношения. А Господь говорит, я специально это сделал, и победы вам не дал, чтобы они постоянно вас тревожили, чтобы вы тренировали свои войны. Для этого нам сектанты нужны, чтобы мы диспуты устраивали, беседовали, выходили, миссионерствовали. Евангелист Лука пишет 3.12. Мытари спрашивали, что нам делать, чтобы стать людьми. Потому что мытарь, он даже и не человек. Его все причисляли к грешникам. А грешник, он все равно как пакля под котлом. Лука 6.9. Что должно делать в субботу, Господь спрашивает? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Трудный ли это вопрос? Ну что-то человек не знает. Ну это ему задать. Скажи, ты как хочешь? Спасти душу или погубить? Любой, самый негодный человек скажет спасти. Но здесь такое было ожесточение. Они знали за этим, он спросит еще что-то. И написано, они молчали. И воздрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. И Он сотворил нас на сие самое, чтобы мы были не лукавыми, чтобы мы искренне отвечали на вопрос, чтобы легко различали левое и правое, свет, тьму, добро и зло, свет. Вот для чего Бог нас сотворил. Чтобы любой с нами заговорил и сразу понял, здесь сокровище неоценимое. И мы могли бы сказать людям, вы еще не знаете, кто я, какое у меня звание. Вот присвоят звание, народный артист, то есть всеми признанный кривляка, паяц, ломака, как угодно его назови. А здесь сын царя неба. Ты не просто девчонка родилась, ты уже царицей названа. Будьте царями и священниками Бога Всевышнего. Лука 10.2. Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Вот мы всегда спрашиваем, кто заболел, заявляет нужду, и мы неделю молимся. Ну, особенно больные любят, когда молятся, да еще здоровье, если придет. И так думает, что человек помолился, отдать его молитву. А может быть и совсем не так. Даже не молился бы тот человек, Бог дал здоровье. Но Бог так скрепляет, чтобы как-то наши молитвы связаны были друг с другом, больше мы были привязаны. И говорит, ну молитесь друг за другом.
Но даже если тебя не просят, ты всегда должен молиться, что молите господина жатвы. Встал на молитву: Господи, священники ничего не знают Писания. Вышли такие, чтобы они Писание любили. Господи, соделай наших всех дорогих братьев и сестер, чтобы они были благовестниками. Мы так нуждаемся в делателях. Всюду сектанты, безобразие такое идет. Выход только один – людям открывать глаза. Дай нам побольше глазной мази, чтобы всем хватило. Чтобы люди увидели срамоту наготы своей. Это надо побольше вина. Ну и Иерей не надо забывать. 12.7. Богач не знал, для чего он живет. И вот он рассуждал, что мне делать. Он не знал, для чего Бог создал. А если бы сказал: Бог дал большой урожай, я скажу, чтобы дальше в эту ночь душу возьмут у тебя, это могло бы не быть написано. И он сказал: Господи, я так хотел быть богатым, и наконец ты мне это дал. Так срочно составьте списки тех людей, у которых ниже прожиточного минимума, ниже этой корзинки. Я им корзинки наполню. Ну-ка еще что, так не хватает средств для учителей, я отпущу. Там детсадики не хватает, брошенные, одинокие матери, я везде найду всем, чтобы никто не безобразничал. А он не знал, что делать. У него такая была забота, он еще лучше не придумал, как пустить дополнительный капитал в оборот. Я знаю, что сломаю, новое построю, тут новые технологии введу, у меня во будет прибыль-то. Он не знал, для чего сотворен. А нас Бог сказал, для чего сотворен. Почему? Он был покинутый Духом Божиим. Дух Божий не мог ему это не открыть. Вот этим разным, так называли олигархи. Слово-то какое-то, как аллигаторы такие, крокодилы. Вот прямо я когда слышу это слово, так и думаю, это отсюда взято. Они-то все время думают, куда лучше деньги вложить, в нефть, везде, чтобы больше было прибыли, да деньги-то вложить. Ведь очень просто, тем более, если страна такая бедная. Ты только найди этих бедных, нуждающихся. Выкупи это радио, телевидение, дай верующим доступ туда. Помоги им выйти к сердцам людей. Замени негодных учителей. Поставь настоящих, которые Иисуса Христа знают. 10.17 Луки говорится: когда все сделаешь, и тебе Дух Святой подскажет: я сделал, что было должно. Ничего великого за собой никогда не чувствую. А что я сделал? Как раньше писали, с пастором один говорит: а что, на моем месте любой так бы поступил советский человек. Но не тем более христианин. Мы знаем, для чего нас Бог сотворил. Свое назначение, конкретное. Ну не так, что рожать, кормить. Да, это же идеал свиньи, или крысы, или кролика. Главный-то идеал на земле Бога прославить. Исполниться Духом Святым, познать Его святую волю. Сегодня ни в чем так люди не нуждаются, как в свете истинном. В свете евангельском, правильном толковании Библии. Библии-то много. И все сектанты, все одну и ту же Библию имеют. Ну, не считаем этих совершенно негодных людей, и эгоисты называются. Они новую Библию составили, это не перевод у них. А сами составили по свое учение. Никакого отношения она к нашей Библии даже и не имеет. Остальные это синодальный перевод имеют, но каждый понимает по-своему. Нам нужны люди, знающие толкование, знающие соборы вселенские, поместные правила святых отцов. И это людям надо все донести. Меня для этого Бог сотворил, чтобы кормить людей. Меня Бог обильно наградил, ты себе скажи это. Ты много знаешь. А то, получается, ходит, и я стараюсь. Некоторые Библию не прочитали. Ну что, не стыдно ли это? Библию не прочитали. Ну, я говорю с ваших слов, но мне все еще трудно поверить. Невозможно даже в это поверить. Деяние 9.6. Человек кончил университет, прошел по конкурсу в силовые структуры, получил звание, видимо, был архиереем при МВД там тогдашнем, и все. Но вот его встречает Господь, ослепил его, и он говорит: а что делать? Вот до этого он знал, что делать, а сразу как будто повернулся, встал, и когда двое человек упадет, головой об землю ударился, и, ну, тоже упал, встал-то. И стал, говорит: а что делать, а для чего я сотворю? Он других учил, знал, для чего установить гегемонию нашего государства, получить независимость, чтобы Россия снова была императорской, чтобы была она великой, чтобы ее все уважали и, главное, боялись. Это в каждой стране, наверное, такое. А вот когда Господь осиял его обожеством, то он стал: а что теперь делать? Как будто только народился. Он не знает ничего. Вот когда Бог глаза откроет, и человек говорит: я много раз слышал, читал Библию, но все было закрыто. Вот сегодня как будто я на свет народился. Если этого не произошло, просите у Бога.
Деяние 16.30. Этот вопрос задаст каждый. Человек достиг определенного положения, может быть, был уже начальник тюрьмы, а это, как правило, не ниже подполковника, а то и полковник. Но вот когда сиял его свет, он говорит: «Господи, государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Когда мы знаем, что делать, что спастись, и это делаем, мы познали свое назначение. Главное – спасти душу. Это можно Духом Святым. Это можно только через жертву Иисуса Христа, что Он умер за наши грехи. И если мы будем ближнего любить, как самого себя, ты спасся, ты хочешь, чтобы другие спаслись? Ну, позаботься о них, ну хоть как-нибудь подойди, скажи. Бытие 11.6. Господь говорит, у людей великое предприятие, глобализм, они занялись этим, объединились в одну коммунистическую церковь и решили построить высотой до небес. И вот они не отстанут от того, что начали делать. Они не знают, что делают. Они не знают, для чего Бог их сотворил. И Бог разрушил замысл. Да, другие языки перестали понимать друг друга. Сегодня нигде не понимают, в одной семье не понимают. Молча целуются, а как сошлись, начали разговаривать, как это разные люди. Никто не понимает, государство друг друга не понимает. И причина одна, Дух Святой покинул людей. Где Дух Святой, там единение. Кто среди нашей общины был, все замечают, говорят, это как одна большая семья. Еще люди не знают, какая это красота жить единым духом. Матфея 5.36. Ты сам не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но надо с этим согласиться. Давайте хотя бы буквально поймем. Никакой покраски, никакой промывки хной, там, прятать свою седину. Господь сказал, не можете. Но на этом успокойся, не можете. Ты же идешь против этого слова. Не можете, ты познал это. Для чего тебя Бог сотворил? Для того, чтобы ты рос, набирался мудрости, мудрость проникала в волоса, показывала чистоту, седину. Ведь они делаются волосы белыми, а признак белый – это всегда признак чистоты. Чего ты их прячешь, что хочешь показать черноту? Матфея 23.23. Господь говорит, горе, что даете десятину, и оставили важнейшее в законе. А что, двоеточие, суд, правильно судить, то есть никого не надо судить, если правильно судить, милость и веру, сие надлежало делать и того не оставлять. Вот для этого Бог нас и сотворил на это дело. Чтобы познать правильный суд, надо быть полностью исполненным Духа Святого. Священник не может правильно исповедовать людей, правильно епитимию наложить, если он не в Духе Святом. Поэтому люди, когда идут священникам, они не накладывают за грех эти священники, покинутые Духом Божьим, там нет спасения. Златоуст говорит, если священник не накладывает епитимью, он гибнет сам и того, кого допускает. Дальше, милость. Милость к падшим. Призывал. Павел говорит, веру. Это все от Бога, от Духа Святого. 3 Иоанна 1.8. Такие вы принимать. Людей нужно, чтобы стать поспешниками истины, если мы знаем, это верующие. Нас посещают гости по молитвам. Вот завтра отъезжает от нас гость, и не так ближний. Уже надо подумать. В 12 часов отходит поезд примерно. Кто может послать? Большой груз. Приехал только по духовным целям. Взять книги, чему-то поучиться. Важные дела человек делает. Подумайте как. Мы не можем такую даль ехать. Он до вокзала, вы можете. Услышали и скажи, я для этого сотворен. Ну, вы знаете, если прибором неправильно пользоваться, где он будет? Мы свою ценность не знаем. Однажды важного человека пригласили на какое-то дело, а им ответили, вы знаете, какого человека зовете к себе, на какое малое дело? Это все равно, что взять компьютер и гвозди забивать. Маленько-то знаете свою ценность. Я христианин. Значит, подобающее мне должно быть и дело. А куда более подобающее, как брата из дальней стороны проводить? Сестры, подумайте, как что на дорогу дать, еду там на день, на два. И всегда спрашивайте у гостей, чтобы не было наказа вам. Вы заранее знаете, я приехал, а как он уедет, как он остановился, сытый или нет. Один человек заботится, а остальных как будто нет. 1 Коринфянам 6.15. Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? А отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Не потому, что заразное, безопасный секс, там все культивирует школа, а потому, что тело мне не принадлежит, оно Христово.
Ты понял, для чего ты сотворен? Чтобы соединиться со Христом, а не для того, чтобы оторвать члена от него. Я член, я не знаю, может быть, я ноготок какой, может, палец, а может... Но мы члены одного тела. 1 Коринфянам 14:15. Что же делать? Вопрос. Для чего я сотворен? Пришел в храм. Просто стоять, как там двери открываются, закрываются, восточная и южная? Нет. Стану петь духом, молиться духом, и стану молиться и умом. Вот для чего Бог меня сотворил, для того голову дал, чтобы я максимально понимал, что здесь считается. Чтобы я всегда мог сказать аминь. И это можно тогда, когда для этого дан Дух Святой, залог. Если люди стоят, не понимают, и священник не желает, тогда вторая часть Дух Святой отсутствует. Он тысячу раз может рукой махать причастие Святого Духа. Никакого нет причастия там, где тьма. Где Бог, там свет. Понимаете, как мы далеко заходим из одного стиха. Почему? А залог Духа Святого. И еще. 1 Фессалоникийцам 4.11. Чтобы мы делали свое дело, как должно. Для этого Бог сотворил нас. Жили тихо, не скандалили, и дальше работали своими руками, для этого он нас сотворил. Чтобы было из чего уделять нуждающимся, не на пенсию надеяться только, где-то кому-то помочь, добрым советом, добрым делом. Итак, вот на сие самое нас и создал Бог. И в молитве скажем: Господи, Ты меня создал, но знаю ли я это? А если знаю, выполняю ли свое назначение? А чтобы выполнить, у меня должен быть Дух Святой. Господи, осияй меня Духом Твоим Святым. Аминь. Аминь.